Чатик, здорово. Oh my boys. У меня тут наконец-то работает кондиционер. Блять, я так рад вообще. Это, блять, сука, свершилось. Мужички с Хайер приехали такие. Типа то да сё, блять. Я у них спрашиваю, а заявка с магазина, что там, где? Они говорят, да у нас не было никакой заявки. Звоню в магаз, в котором покупал кондёры. Они такие, да блять, ну проебались, наверное. Потеряли заявку, не знаю, ничего нету. Я позвонил в Хайер, челы приехали через 4 дня. Это, ну, типа, пиздец быстро, на самом деле. Час-полтора провозились что-то. Все, у меня работает кондёр, блять, дурки. Охуеть. Делов-то, блять. Теперь сижу, блять. В комнате холодненько, блять. О. Великолепно, просто великолепно. Не, Севен, по дому надо дохуя еще делать. Вообще дохуя чего. Ты бы знал, сколько косяков всяких по дефу, блядь. Ты бы охуел вообще. Вообще по-хорошему надо, блядь, какого-нибудь знающего прораба знать. Просто чтоб, блядь, все исправляли, нахуй. Это у меня в комнате, что? Вот этот бардак разобрать, поставить сюда диван, и все, моя комната готова. А по хате там дохуя что надо делать. Телек, а телек уже стоит. Нормальный такой телек. Такой чисто. Impressive. Телевизор, блять. Это LG-шная OLED-ка вроде. Ну, пырево жесткая на нем вообще. У него еще встроенный кодек, который из 24 Гц изображения делает 60. Ну, типа 60 FPS. Ну, если грубо говорить. Ну, конечно, дорога богатая. Мы что, мы на этой хате долго жить будем? Ну, лет 5-10. А там уже дальше посмотрим, на что у меня денег хватит. Кстати, у телека тоже пиздатая функция есть, Miracast. Вообще не нужны провода для того, чтобы подсоединиться к компу. Вообще ничего не надо. Это как? Это вафля. Подожди. Киквейт, вы видите это количество коробок? Это currency room. Мне, кстати, сегодня Twitch написал. Мне сегодня Twitch написал письмо. Знаете, какого рода? Чил, ты дохуя что-то стримишь? Ты там не ёбнулся. Я что-то, блядь, я сейчас. Но у меня, короче, за 3 месяца стрима 750 часов. Это очень дохуя. А мне что, мне вообще по кайфу, блядь. Тут все взаимосвязано, пиздец. Я бы не играл, кстати, так много, если бы не стрим. Потому что, блядь, и компания приятная, уже комьюнити, которая сформировалась, блядь, за 9 лет. Просто, блядь, лучшие люди, блядь, здесь, нахуй. Плюс еще это бабло, вообще, ну, типа... Легкие бабки по факту. Плюс еще и, блять, рекламные кампании, какие-то активности стримерские. Серьезно, я бы, блядь, если бы не стримы, я бы не играл так дохуя, в принципе. По поводу комьюнити, бывают, конечно, залетные челы, но это пиздец как легко исправляется, бля, просто пермобанишь нахуй и давай. Ты кто такой? Давай, до свидания. Но это чаще всего какие челы? Либо завистники, либо чуваки, у которых все не, ну, как бы нездоровое, блядь, с восприятием людей. И вот они, допустим, вот видят толстого человека, они все, блядь, начинают там нахуй хуйню свою высирать, блядь. Ты что со мной ебаться собрался, блядь, или что? Тебе, блядь, так важно, нахуй, какого я телосложения, блядь, или что, ебать? Бать громыхает в химках, пиздец. Все тучами заволокло, блядь. Пиздярит молния вообще постоянно. Если 500к закажу по... Чел, у тебя никогда не будет 500к, блядь, поинтов. Давай сразу же, вот, сходу, блядь, сделаем вывод. Если ты пишешь такую хуйню, у тебя точно 500к поинтов не будет. 500к зеленых у тебя тоже нет. Потому что если бы у тебя были 500к зеленых, ты был бы уже сабом. Тоже логично. Причем, да, сабом 3-го левела ты бы был. Если уже говорить строго о деньгах, да, то есть... Да, по поводу игр, ребят, если у вас в компе не 16 гигабайт, нужно сделать все для того, чтобы стало 16 гигабайт опера, блядь. Потому что от этого зависит вообще стабильность, блядь, вообще. В любых приложениях, кстати, не только игр. Базы 86-го левела любые стоят дохуя. Ну как дохуя? Ну, для белой шмотки дохуя. Супер дохуя стоят базы шмоток, на которых навешан инфлюенс и... которые там хорошего этому левела, соответственно. Я выяснил, почему меня пой лагало. Итог ёбнутый. Короче, если долго держать открытым картинку, открытую с помощью фотографий Windows, то вашему компу пизда. Полная, блядь. Да, я закрыл фотку, и у меня лаги просто исчезли. Блядь, какие же... Сука, тупорылые долбоёбы в Microsoft сидят. Это, блядь. Простите меня, конечно, нахуй. Но вы, блядь, конченые. Вы, серьезно, вы не можете даже оптимизировать, сука, дефолтную программу открывания фоточек? Пиздец.
просто. Да, я сейчас открыл шпаргалку, блядь, в хроме, все заебись. Я сидел, блядь, парился нахуй, думал, блядь, игра в говне, там еще что-нибудь. Нет, блядь, просто долго открытая картинка на рабочем столе, равно рип. Охуеть. Блядь, в комнате моей даже легче дышать стало. Прям как же хорошо, ебаный рот. А для тех, кто не в курсе, у меня наконец-то кондюр заработал. Так, что, Ломыч, будешь линковать? Мячик мне. Сейчас обменяю. Давай, потыркаем. Может, на поле пошули? Ну, заходите, я могу вам зарезервировать. 20 quality сейчас линковать. Так, чё, куда вставать? Межбровей, да? Да. И направо. И направо смотрю. Все, наебись, погнали. Не, 20 quality это рип, нахуй, сразу. Вот с 20 quality пипа не особо любит работать. Я вам так скажу. Сколько сейчас линкрафт стоит? 1500. Две молитвы, блядь. Да, пожалуйста. Спасибо. Да, дабл трилинг, как вы хотели. Ну а нахуй ты? А что я-то, блядь? Да заебал, блядь. Почему? Что, почему? Почему я? Что, почему, блядь? Почему он, а не я? Продаю крафт 6 линк в саду. А какой-то у меня же тоже есть. Блять, охуели? Блять, что я делаю, нахуй? Блять. Минус сотка, блять, просто. Минус 900, блять, или сколько у меня там было. Чего страшненького по оформлению? Еще страшненького по оформлению. Пошли вы, нахуй. Я же еще спросил, блять. А че ты не вырастил, блять? Вырастил бы, блять, шестлинг. Ебать его, кем-то. Мы вот вырастили с Пашей, блять. Я вырастил. Кто не вырастил, блядь? Я даже два вроде вырастил, и он продал, блядь. Тебе вообще нет смысла шестлинг делать, пока энлайтана нету. Типа, ты не понял это? Ну вообще да. В 6 линк завязываются все ауры. Ну отсыпай, блять, свои фузинги, ебаные. Сейчас я давлю пока. Тут ебать экспа в Делви, ебаный твой рот, блять. Я в трехлицей. Похуй, я прям здесь, блять, встану. Мне поехали. Уже похуй. Уже похуй. Абсолютно поебать. Я думаю, можешь, ну, не отходить пока. Сейчас так я просто... и открыл водички попить, блядь. Сижу, блядь, как бы, ожидаю, блядь. Хорошо идет, мне нравится. Мне похуй, чел, я тебе все экзы отдам, блядь. Че, еще экзы гибать? Загружай, блядь, Михалыч. Похуй. А мне интересно, подожди, вот просто из интереса, я сейчас посмотрю, сколько стоило сразу 6 с ним купить. Ну, тебе похуевит сразу. Мне тоже кажется, что мне похуеть, кстати. Ну, 5 экзов так-то. Я купил за 1.2. Пока нормально. Но вот со следующего будет уже очень больно в ноге, блядь. Я уже могу сказать, префайером можешь next распаковывать. Ну да, блядь, что, минус еще. Все, 1500. Охуенно, блядь. Ой, блядь, 46. Ой, в пизду. Парни, продайте фузов, блядь. 400 за экс. По-братски. Мне похуй, я залью все, бля, мне поебать. Есть следующий продавец. Мне похуй, я все заливаю, бля. 46 quality, поехала, блядь. Закрафтил, значит, пиццарик с Т1 модами. Но тут какой-то, блядь, непонятный хули. Т7 Fire, блядь. Сейчас попробую заанулить. Я заанулить попробую, блядь. То есть, опа, нул, блядь. Минус тиранникл, сука. Обидно, пиздец. Очень обидно. Чё там, пошёл? Как? Linking session success? Да, я уже чё-то на самом деле. Может, завтра на SF, может, пойду, блядь. А, всё уже, не линкуется SF? Давайте, next. Ну чё, ну, минус 3к уже фузов. А, ебать. Ну, это типа пиздец. Ну чё, next 400, блядь. Блядь, остановись! Не, чел, я сейчас просто всё нахуй залью. До вот такого момента и пойду на СФ, потом ебашить. Ты, блядь, остановитесь! Не интересно, блядь. Еще нужны фузы, конечно, нужны. Сейчас он. Новые 400, поехали. Сейчас будут нужны новые, блядь. Паш, ну линкани, блядь. Ебаный твой. Мне похуй, чел. Я уже хочу, чтобы она не линканулась, блядь, вообще до конца прям. Сколько уже минус? 4000? Минус 3800, да. Let's go, блядь. Let's go, нахуй. Просто в пропасть, блядь. Вау. Оно завязалось. Блять, разбить может нахуй разбей просто. Разбей ССФ. Просто, блять, разбить, чел, может. Разбей нахуй ССФ, Олегай. Прямо сейчас. Мне похуй, я ведь разобью, блять. 400, блять. Я сделаю ник завтра этому милишнику. Павел 400, нахуй.
Ой, похавал, пиздец, кайф. Какие пассивки у тебя включены, или как это называется? Как ты определишь, что тебе надо, пассивки или ауры? Ничего пассивки, пассивки, короче, вот, Ascendancy. Arena Challenger, Blood in the Eyes, Gratuitous Violence, Outmatch Outcast, Master of the Arena, значит, Art of the Gladiator, Bravery, Destroyer, Golem's Blood, Swift Skewering, Dismembering, Rampart, Blade of Cunning, Bloodless, Blade Master, Juggernaut, Barbarism, Disemboweling, Warrior's Blood, Heart of the Warrior, Born to Fight, Forceful Skewering, Constitution, Discipline and Training, Sentinel, стримак-то ебанулся. Finesse, Heart of Oak, Herbalism и Fatal Blade. Вот такие пассивки у меня. Стримак-то ебнулся, да? В смысле, чел попросил пассивки, я сказал. Пошли, ты разбираешься, блядь, в вандах? У меня тут, ебать, палочка это упала. Хуй пойми, чё она, блядь, столько стоит? Спойлер, ничего. Всё, ебать, там тильт вообще. Поставь за 200. Ты хоть чекнул? Ну, я обычно так говорю всегда, да, но я чекнул. Хорошо, хорошо. Кинул лавейки, норм? Ну, линкани, чел. Нихуя. Ну, линкани, чел, блядь. Ну, он там какую-то хуйню лютую ебанул. Чел, либо линкуешь, либо я тебя нахуй удаляю с конфликта. Я в Дискорд линканул. Ебать, как это в рекомендованных? Спасибо, что ты есть, блядь. Чат, чат. То, что Паша скинул в дис. Ну это моя тема. Как раз моя главная тема, блядь. Охуенно, что я наткнулся на это. Блядь. Боже, блядь. Охуенно. Блядь, убил босса, не могу дроп подобрать босса. Там мапка за карты тупо. Да я просто за кнокбэквал, типа. За бэкнокал. За кнокнокал. За бэкбэкал. Хуя. Сейчас готов? Так. За бэкнонал. Ой, нал, блядь. Бэкно. Пояснение рофл можно? Бэкнокнакал. Блядь, что-то сложно. Блядь, сложно вообще. Блять, у меня же голова закружилась, нахуй. Я вообще, я сижу и чуть не охуел сейчас, блядь, за компьютером, блядь. Чел, поясни, блядь, я не могу так жить, нахуй. Кна бэк ног. Да кна! Блядь, помогите. Ваду хэк, блядь. Не, что-то Паша там гайд какой-то сотрел, вообще, фул на русском написано, название гайда. Гайд на русском. Ебать там вообще. А, он захороненный, я вот как раз... Так защити, пожалуйста. Да, вообще пиздец. Нашел. Димахер, блохер с щитом отречения через скилл возмездия. Убивает всех толстый дамажный. Толстый дамажный, ебать. А что такое отречение, блядь? Можно гайд? Чатик, есть кто в химках? Ебать хуярит за окном. У вас тоже дождь? У нас пиздец какой-то лютый. Вот экшели каждые 5 секунд молния. Нормально. No jokes. Сейчас начнется, блядь, вырубай комп. Но теоретикли... Может пиздануть комп, да, но это, блядь, шанс как этого, шанс. Но очень низок. У нас обычно, если в Москве идет дождь, то у нас на следующий день, типа, парли 5 часов от Москвы, я живу уже. Не, вы не поняли, у меня уже все, уже нет кулдауна у молнии, она просто постоянно. То есть, если сейчас было по 5 секунд, то сейчас просто все время. Не, на самом деле, слышь, Женя, если у тебя будет место, ты можешь реально Glorious One типа, ебать на 10 хаос, резать за 85 кап, это вообще забей. Это такая имба. А зачем? Так ты вообще хаос ощущать не будешь. Я и так его? Уже его не ощущаю. Вот эта лужа метаморфа, которая, понял? Он ее только кастует, и ты нахуй, даже, блядь, микросекунды не проходит, у тебя просто любой хп пул вот так уходит. Блядь, чел кастует эту лужу, я ее перерегениваю, чел. Нормально. А, ну да, в принципе, забей. Поэтому вот я говорю, это уже лишнее вообще. Хорошо, попробую сделать. Ну. Рот ебал этой игры, блядь. Рот ебал этой игры, блядь. У меня вроде есть еще лайф, да. Ебать мапка, конечно.
блядь, 9 из 10 просто. Ебать красиво, пиздец. Это я мап просто гнул нахуй. Какой же сегодня неприятный день, блядь. Просто потому, что кондёр починили. Мне вообще так хорошо. Я сижу, и у меня жопа не в луже пота. Меня понял? Короче, в конце стрима у меня на футболке под сиськами белые пятна. Аж оставались. Понял? Из меня, то есть, соль вытекала, блядь. Ебать, сейчас жарко было, пиздец. То есть, ты понял, насколько было хуёво? Блядь, я сейчас сижу такой, ебать. Тогда тут двойной слой, блядь, теплохуйни. Я сейчас буду блокать сапожки. А сейчас мы, сука, сделаем. Блокать суффикс? Да. Он же не пропадет никуда, я же не смогу его делитнуть, правильно? Нет. Все, блядь, и сюда, нахуй! Это гарантированно, то есть я вкидываю два уга, и у меня 100% стоял винт и иллюзив, если есть свободный суф и преф. Да, там больше криты нихуя нету никакой. Все, погнали, блядь. Так, сейчас я отдельно на хуй ДБ гляну, секунду, подожди. Нихуя, так, секундочку. Ну да, да, крита. Все, все, сапоги готовы! Сапоги готовы! Ебать, это что за хуйня вообще, блядь? Нихуя! Нихуя! Я три хаоса вкинул, блядь! Нихуя! Я три хаоса, блядь, вкинул, чел! И свободный суф, и свободный прев, блядь. Ну все, ебать, все, ГГ. Нихуя там. Ну ща, крейзианул? Давай. А? Похуй, блядь. Сука! Блядь. Тихо. Ладно. Нихуя залог, блядь. Просто раздел черектора, блядь. А. Давай я зайду. Десятка иллюзив, ебать, дядя, ты чё, ёбнутый? Он правда, блядь. Чёт, блядь! Ебать, это сапожки, блядь. Ебать, это сапожки. Я нахуй, я срать пошёл, блядь. Парни, я вам уже рассказывал, как мне хорошо в моей комнатке с работающим кондёром, да? Рассказывал, да? Да. А он у меня интеллектуальный, ебать, кондёр. Он, у него есть, короче, функция не дуть на человека. Так. Там открывается шторка, камера появляется. Он сканирует, короче, комнату, чтобы не дуть на людей. То есть у тебя оно не работает? Все работает, все работает. Он на меня не дует, он в стенку дует. Там есть наоборот функция, чтобы тебе в ебучку прям дуло. Ну, то есть, как хочешь. Бля, на твоем месте, знаешь, после того, как он, блядь, не работал, у тебя нихуя. А, вот так бы стоял, блядь. Чисто в ебучку, да-да-да, сделал, так бы стоял, нахуй. Ну, вообще, так что ли так и было, блядь, когда его починили. Блять, что я закоптил? Ой, блядь. Да я экшели закоптил кольцо, которое что-то стоит. А хотел анвил, блядь. Ну ладно. Да и это тоже брико, блядь. Мне что не дай коптить, брикается хули. Кроме шавки, блядь, Вальва Темпли, нахуй. Там, блядь, мир-артир шавки хули челом ролятся, блядь. Чатик, вам тоже спасибочки за компанию, блядь. Охуенно, нормально, плотненько тоже пофармили сегодня. Собственно, отчаливаю я, блядь, спатоньки. Можешь посмотреть предыдущие ролики. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые.